Алексей, я работал учредителем программы решающего голоса на участке 15.07. Ну а я хочу вам рассказать сейчас про историю, которая произошла в городе Казалак, Шумовской области. Там на думских выборах был переписан протокол в ТИКе, и данные не сошлись с тем, что было наблюдателем. Но они доказали в суде, что протокол был переписан, суд это признал, но отказал в возбуждении каких-либо уголовных дел и в пересчете голосов, так как на общие итоги выборов это не повлияет. Вот. Вторая история произошла у меня. У меня тоже был переписан протокол. Он не сходится с тем, что мне выдали в УИКе заверенной копии. И я боюсь, что в суде произойдет то же самое. Даже если признают, что все было переписано, никто не сядет. И поэтому на следующий выбор ничего не изменится. Все будут знать, что никто не будет наказан, никто не сядет и не будет стимула исполнять закон. Поэтому я хочу поддержать одного из предыдущих ораторов и попросить всех собраться и выступить с законодательной инициативой, чтобы законодательство было сделано так, чтобы уменьшить человеческий фактор, потому что законы у нас не работают. Все, спасибо.